Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шри Шапанишат, мантра 17, санскрит. Ваюранилам амритам атхедам басмантам шарирам. Ом кратосмара критам смара, кратосмара критам смара. Vayuranila mamrita mathyadam basmantam shariram. Om kratos mara kritam smara, kratos mara kritam smara. Vayuranila mamrita mathyadam basmantam shariram. Om kratos mara kritam smara, kratos mara kritam smara. Vayu – жизненный воздух. Анилам – вместилище воздуха. Амритам – неразрушимый. Адха теперь. И дам это. Васмантам. После того, как сгорит дотла. Шарирам. Тело. Ом. О Господь. Крата, наслаждающийся всеми жертвами. Смара, вспомни. Критам. Все, что я сделал. Смара, вспомни. Крата, высший, наслаждающийся жертвоприношениями. Смара, вспомни, критам, все, что я сделал для тебя. Смара, вспомни. Перевод и комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни льется с воздухом. Теперь, о мой Господь, вспомни все мои жертвы, и так, как в конечном счете все предназначено для твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для тебя. Это мантра, это логическое завершение не только Шри Шапанишат, это логическое завершение жизни. Эту молитву человек возносит тогда, когда прожил жизнь в сознании Кришны. И теоретически ученик здесь, выслушав наставление гуру, весь Шри Шапанишат и вместе с ним, мы тоже выслушали почти все до конца. Он прожил жизнь в соответствии с тем, что здесь говорится, в соответствии с принципом Ишаваси, совершал жертвоприношения, занимался духовной практикой. Ну и здесь он уже оставляет тело и сдает как бы последний экзамен для того, чтобы уже вернуться окончательно в духовный мир. И здесь ему нужна вот поддержка, поэтому он обращается к Богу. Так же, как он это делал в течение жизни, он обращается здесь к Богу тоже в надежде на то, что Господь как бы вспомнит все, что он сделал, все, что он приносил ему в жертву, все, что он смог совершить правильно в сознании Кришны. И здесь он готов оставить тело и говорит, что пусть оно сольется с воздухом, а тело сгорит дотла. То есть воздух жизненный сольется с воздухом, прана, то есть вернется в свое исходное состояние. Вот это такой интересный стих, итог. И на самом деле смысл жизни в том, чтобы как раз сдать этот последний экзамен. То есть смысл жизни, как это ни странно звучит, он скрыт в смерти, потому что смерть — это итог. Сама по себе жизнь — это подготовка к такому вот важному событию, как смерть, потому что смерть, она должна иметь такой вот логический переход в следующую жизнь. И настоящее знание, оно всегда должно тоже завершаться именно таким вот переходом. Если мы получали какое-то знание в течение жизни, и оно как бы было оторвано от этого этапа жизни, от этапа ухода, то нас обманули, это не было настоящим знанием. Настоящее знание должно также объяснять, что делать в конце жизни, не только что делать в течение жизни, как правильно зарабатывать деньги, строить семейные отношения или поддерживать здоровье, но также как правильно умереть. И, пожалуй, такой науки нет в современном мире. Хотя до какой-то степени в древних культурах, в старинных культурах, в египетской культуре, в тибетской культуре и, конечно же, в ведической культуре был такой подход, как подготовка к смерти. И человек мог заранее подготовиться к этому переходу, что так же важно, как и рождение. Более того,
Смерть и рождение, они так тесно взаимосвязаны между собой, что между ними почти нет никакой разницы, потому что это один и тот же переход. Это подобно двери, где с одной стороны написано «вход», а с другой стороны написано «выход». То есть вход там же, где и выход, выход там же, где и вход. Поэтому смерть — это вход в новую реальность, то есть переход к следующей жизни. Но современный человек не обучен этой науке, может быть, только кшатрию, допустим, в японской культуре, самураи, они развивали свои взаимоотношения с этим процессом смерти, йоги. Естественным образом здесь вот как раз описан йог, как он готовится к этому переходу. То есть смерть должна быть такой же сознательной, как и жизнь. То есть жизнь, прожитая сознательно, приводит к человеку к итогу. Он знает, что наступит смерть, как переход. Но он к ней готовится, он ей рад, в каком-то смысле. Если человек правильно проживает жизнь, он не боится, а наоборот приветствует уход из жизни. Потому что если человек правильно проживает ее, он абсолютно удовлетворен в конце жизни, чувствует полное счастье внутри. Все выполнено, долги отданы, дхарма исполнена, и он готов к переходу. Он даже несколько утомлен уже этим телом, этой жизнью, и готов перейти к следующей. Это как бы идеальный вариант. Но бывает же смерть внезапно, когда человек внезапно прерывает свое бытие. Это нехорошая смерть. Или еще хуже — самоубийство, когда человек раньше времени убивает свое собственное тело, как бы отказывается от жизни и бросает как бы с пренебрежением это материальное тело, как знак протеста, как вызов Богу и вообще своей судьбе. Это нехорошая смерть. И она ведет в жизнь в теле привидения. То есть человек будет в тонком теле находиться все равно столько же, сколько он не дожил в физическом теле. Поэтому жизнь в теле нужно приветствовать, но нужно понимать логику, куда она ведет. И затем нужно понять вывод, что такое смерть, как переход, какова ее риторика, что она нам хочет сказать. Прежде чем она придет непосредственно к нам, она сначала приходит к тому, что нас окружает и то, что нам дорого. Правда же, например, с детства мы время от времени сталкивались с какими-то моментами смерти. Вначале близкие могли какие-то нам люди уйти из жизни, бабушки, например, или дедушки, или даже какие-то домашние животные. Это тоже было травмой для маленького человека, для ребенка. Это тоже привязанность, он испытывает это впервые, это состояние. Ну, затем уже бабушки, дедушки, какие-то близкие люди, и смерть как бы ходит вокруг, да около, как бы рядом с ним. И в эти моменты человек вызревает, он становится философом немного, отрезвляется его сознание, он начинает ценить взаимоотношения, задумываться философски о бытии. И так она потихоньку сначала как бы устраняет то, что вокруг него, устраняет все эти привязанности близких людей. Но в какой-то момент она приходит и к нему. Говорят, что когда колокол звонит, ну, в смысле, раньше в России в церковь звонила, там колокол звонил тогда, когда кто-то уходил из жизни, и по колоколу можно было понять, о, по ком-то колокол звонит, значит, это вот кто-то умер. И была поговорка, что он звонит о тебе. По ком, по тебе, тоже вот по каждому человеку звонит этот колокол. И поэтому человек должен быть готов к этому переходу, не должен бояться или как бы прятать эти мысли о смерти. Должен относиться достаточно позитивно, что она не так уж враждебна, она просто расчищает путь. Как в этой истории про кузнеца, которому пришла смерть. Он всю жизнь точил ножи и топоры, также эти косы. И однажды к нему пришла вот сама олицетворенная смерть с этой косой, страшной, зазубренной, с кровавыми пятнами. Он точил эту косу и думал, боже, похоже, это тысячи, тысячи жизней унесла эта женщина в виде смерти. И он посмотрел ей в лицо, испугался, увидел в ней вот эту жесткость, холодный взгляд, понял, что раз уж он точит эту косу, значит, она пришла, наверное, и за ним тоже. И она как-то угадала его мысли и сказала, зря ты так думаешь обо мне, нехорошо, потому что я никого не убивала. Я никого не убивала, я просто расчищала путь людям к Богу. А уже выбор делали они сами, кому пойти туда или остаться здесь, или пойти в ад. То есть выбор за человеком, смерть — это возможность
И человеческая жизнь — это возможность осмыслить как раз вот этот фактор смерти. Поэтому здесь как бы философия достигается в апогее, потому что только философ может размышлять о смерти, не боясь. Либо воин также может размышлять о смерти, не боясь, иначе он не сможет сражаться в бою. Потому что настоящий бой — это не спортивные соревнования, это означает либо ты, либо тебя, кто-то кого-то должен уничтожить. И кшатрий не должен этого бояться, и также философ не должен этого бояться, он должен как бы познакомиться с этой Мы как-то были в Индонезии тоже, там, проповедовали, и когда мы спросили, какие у них есть праздники, там интересный остров, там смешение разных культур, китайской культуры, явно заметное влияние китайской, японской, может быть, ну и, конечно же, индуистской. Там есть вот разные оттенки культур. И когда мы их спросили, о каком у них празднике, они сказали, есть праздник, можете сходить на него. Праздник называется похороны. Ну и отказались, конечно, от такого праздника. Не сильно веселый праздник похороны для постсоветского пространства. Но они празднуют это как бы с радостью. Они одевают белую одежду там и приветствуют это как переход к новой жизни. То есть у них нет такого страха смерти. То есть они следуют принципу Бхагавадгиты, где говорится, что мудрый не скорбит ни о мертвых, ни о живых. И вот интересно, что не в каждой культуре видите такой взгляд мрачный на все. Но об этом можно рассуждать, особенно пока вы молоды. Я помню, что чем моложе я был, тем больше я был философ и как бы не очень боялся всех этих вещей. В молодом теле ощущение вечности очень ярко присутствует. Но с годами человек начинает немного побаиваться всех этих, вот этого фактора смерти. И также интересно, что сама по себе смерть-то, она не так страшна. Для самого человека она как бы не существует, он ее не может уловить или осмыслить до конца, потому что она приходит незаметно, и когда он уходит, он не замечает. Он со стороны своего бытия, либо он просто уходит в транс, и рождается уже в новом теле, просыпается, как во сне, уснул, проснулся в новом теле. Либо он просто не замечает или как бы видит это со стороны. Вот он видит свое тело, но не понимает, что он умер. Не сразу осознает этот фактор. Более того, там есть легкость бытия, человек чувствует, что ему не так уж плохо, он чувствует себя в тонком теле хорошо. И даже не хотел бы туда вернуться, в это материальное тело. Обычно ему дается выбор. Выбор дается тем, у кого достаточно запас благочестия. Если у человека хороший запас благочестия, ему предложат на выбор, что хочешь, остаться или вернуться. И чем более он благочестив, тем дольше у него этот промежуток между рождением и смертью, между новым воплощением. Он может побыть в этом состоянии счастливым, в легком. И затем его аккуратно, нежно спросят, куда ты хочешь, хочешь вернись, хочешь останься. И затем, в соответствии с его кармой, ему предоставят выбор. Если он благочестив, он также выберет родителей и место, где он должен родиться. Допустим, в Гаруда Пуране описано, что дается рекомендация, как выбрать место, где вы должны родиться. Там описано так, что города, которые будут вам показывать, вы должны анализировать с позиции количества храмов. Если город набожный, много храмов, то стремиться нужно туда. Затем родителей тоже человек может выбрать. Когда душа выбирает кого-то, или если вас выбрала какая-то душа, допустим, муж и жена чувствуют, что у них появилось желание иметь ребенка, это означает, что какая-то джива выбрала их и хочет через них войти в этот мир. Поэтому так действуют законы природы тонкие. Если душа, как мы сказали, благочестива, она выбирает. Но если, допустим, она греховна, то ее как бы насильно вытаскивают из этого тела и довольно грубо и быстро перемещают из одного, из точки А в точку было новое воплощение, либо через адские наказания, и без особых церемоний. Спрашивать не будут. Выбор сужен. Очень маленький выбор. И есть интересные моменты, которые описываются в тибетской книге мертвых или вот в Гаруда Пуране. Там по-разному несколько. Много вещей общих. Есть разные рекомендации, что прежде чем когда человек вот он выйдет из этого тела, во-первых, он должен идти в соответствии с этим стихом, избавиться от материального тела. Не думать, что это так просто избавиться от материального тела. И самоубийство здесь ни при чем. Здесь нужно знать, как избавиться от привязанности к материальному телу, чтобы, не дай бог, не воссоздать новое тело, материальное, новую как бы ловушку, тюрьму. Человек должен
действительно расстаться. Для этого он сжечь должен не то, чтобы бренное материальное тело, оно и так распадется. Но нужно разобраться с тонким телом, с тонким телом, где хранится наше сознание, наша карма. Вот с этим человек должен иметь дело и разобраться с ним. То есть материальное тело он возвращает в Махатату, Махатату — Пратхану. Пратхана — это уже как бы конечная материя. Это не дифференцированная материя, которая как бы в состоянии хаоса находится, готова к новой сборке. Из нее затем творятся новые формы физического тела. Но мы должны оставить его в этом, как говорят христиане, в земле. Ну, как бы более точно, в Пратхане. Затем прана должна войти в воздух, потому что эфир, прана, они связаны между собой. То есть энергия ци, как говорят китайцы, или прана, как говорят индусы, она должна остаться вот в этом пространстве. Мы не должны больше ею пользоваться. И затем сознание, как душа, она должна войти в Бога, как бы вернуться к Нему, прийти к Нему. И для этого нужно быть готовым. Это не так-то просто сделать. И на самом деле, чтобы вернуться к Богу, недостаточно просто умереть, как думают люди. Умер и сразу перед Богом предстал. Так не бывает. Вы не можете предстать сразу же прямо перед Богом. Хотя до какой-то степени это правда, потому что сверхдуша может вам помогать в этом. Умирающий человек видит жизнь особым образом. Он видит свет в конце туннеля. Этот свет указывает ему сверхдуша. Есть каналы внутри этого тела, оно светит в этом направлении, в котором он должен двигаться. И вот свет, который очень светлый, белый, яркий, это свет своей души. И если душа благочестива, то идет именно на этот свет. Если же она неблагочестива, то она видит более тусклый свет, еще более тусклый свет, еще более неблагочестивый. Самое опасное — это такие цвета, как зеленый, связанный с гуной невежества, или синий, который тоже вот ведет в низшие области. Животный мир, мир демонов. И он говорит недолго, и душу заставляют идти по этому каналу. Когда уходит йог, он уходит через верхние центры, там будет дальше описываться, с выдохом, либо через брама-рантху, которая вот, находится на макушке головы человека. Йог умеет управлять там этим потоками воздуха. Либо уходит через нижние центры, если человек греховен, то есть он одновременно мочится и ходит в туалет по-большому, и в этот момент выходит его тело через нижний канал. Нижние каналы спроецированы в низшей области Вселенной, это туннель туда, портал, вход туда со смертью, связан с такой жесткой смертью. И вот это выходы в теле. Вот эти выходы в теле, они связаны с процессом йоги. Человек должен уметь управлять, знать эти входы, выходы, чтобы правильно умереть, уйти из жизни. И здесь, на самом деле, как бы процесс бхакти-йоги больше описан, потому что тут преданный обращается к Богу. Он, видите, не делает это механически. Он сразу же говорит: пожалуйста, вспомни все, что я для тебя сделал. Так можно сказать только Богу, только личности. Мы не можем так сказать Браману: о, Браман, пожалуйста, вспомни все, что я для тебя сделал. Браман скажет: ничего не помню, ничего не знаю, вообще не разговаривает Браман. А если Бог — это личность, то мы можем к нему вот так вот личностно обратиться. И здесь очевидно, что преданный обращается очень личностно. Вспомни обо всем. И он надеется даже не на свою память, а на память Верховного Господа, потому что наша память в этот момент, она может нас подвести, мы можем не суметь воспользоваться этим. Так это целая культура, культура того, как правильно прожить жизнь и как правильно уйти из жизни. Сознание Кришны требует, конечно же, большой ответственности, но самое главное — не просто прожить сознание Кришны, а именно умереть в сознании Кришны. Это сделать непросто. Можно даже прожить по-разному, но если вам удастся умереть в сознании Кришны, это будет ключевым моментом. Вспомните Джамилу. Но он наглядный тому пример. Потому что бывает, мы живем жизнь по-разному. Бывает в сознании Кришны, но смерть бывает, мы не можем пройти этот экзамен, не можем его сдать, и тогда нам приходится воплощаться снова и снова здесь же, в этом материальном мире. Но так важно научиться именно правильно уходить. И давайте посмотрим, что Шрила Прабхупада говорит в комментариях. Это бренное материальное тело, несомненно, является внешней одеждой. В Бхагавад-гите 2, 13, 18, 30
Ясно говорится, что после разрушения материального тела живое существо не уничтожается, не утрачивает индивидуальность. Индивидуальное живое существо не безлично и не лишено формы. Напротив, эта материальная одежда лишена формы, потому что она приобретает свои очертания в соответствии с формой неуничтожимой личности. Никакое живое существо изначально не лишено формы, как неверно полагают люди со скудным запасом знаний. В этой мантре подтверждается, что живое существо продолжает существовать и после уничтожения материального тела. Вот это интересная информация, которая проверяема с помощью науки. С помощью науки можно проверить некоторые вот эти вот моменты, когда человек находится в состоянии клинической смерти. Он может немного видеть ту реальность и вернуться сюда и рассказать об этом. Есть целые научные труды, исследования по этому поводу. Некоторые ученые, они как бы с большим интересом исследовали эти темы. Сам момент перехода, расставания с этим телом, оно интересно тем, что, ну, как бы человек вначале, когда он здоров, его эго, оно как бы имеет широкое такое поле. В его поле зрения входят многие аспекты жизни. Если он молод, здоров, он строит какие-то планы, у него перспективы жизни, он что-то хочет в этом мире, очень многое. Но, например, если наступает старость или какая-то болезнь внезапная, то его эго сужается, как бы его ощущение, самоосознание становится уже. Он уже не строит таких больших планов. Он уже думает больше о болезни, допустим, как от нее избавиться. Все строится, начинает вокруг этого. Если, например, усугубляется его состояние, ухудшается состояние, и болезнь смертельна, то все начинает сужаться еще до более узкого круга. Все его сознание фиксируется вокруг боли, которая сосредоточена где-то в теле. И он уже не считает себя, уже не может, например, реагировать на юмор, на который раньше реагировал. Он уже не может так проявлять любовь ко всем, кому проявлял. Он очень сильно начинает сосредоточиться на себе, на своем эго и на той боли, которую он чувствует. Единственное его желание — избавиться от этой боли. Его личность как бы растворяется внутри вот этой боли. Он и боль, они как бы сливаются днем и ночью, он не знает, что делать. Схвачен этим состоянием. Но что характерно, это боль — это иллюзия. Иллюзия и боль ощущается только благодаря присутствию ложного эго. Через аханкару он ощущает эту нестерпимую боль. Это как бы урок материальной природы для человека, чтобы окончательно как бы убить в нем это желание наслаждаться материальной энергией. И человек запоминает эту боль со страшной силой и может нести ее в следующую жизнь. Отсюда страх смерти у человека. Это больше страх именно болевых вот этих вот состояний, ощущений. И если он в такой вот боли находится, не может никак из нее выйти, преодолеть ее, то его будущее, оно, ну, не лучшее. Он не сможет правильно расстаться с этим телом, он, скорее всего, будет в страхе оставлять это тело. И, кажется, как будто тысячи скорпионов кусают его в этот момент, они рвут как бы на части такие укусы, ощущают. Конечности его становятся холодными, и сознание как бы схлопывается. И он теряет себя, если это неподготовленный йог. И тогда его распоряжаются уже законы природы. Они его выталкивают из этого тела и помещают в новое тело, как одежду. Просто смена происходит этой внешней одежды, как оболочка, еще говорят. И это не избавляет человека от страха, как мы сказали, даже если он в течение жизни умел выходить из тела. У меня был один интересный случай. Один человек мне рассказал, как однажды на программу Олега Геннадьевича Торсунова от Эльдхам Прабу пришла одна женщина, чтобы с ним лично поговорить. Ей не удалось с ним лично поговорить, но она смогла поговорить с преданным, который, значит, книги распространял. И она рассказала свою историю, что у нее вот был опыт, и вообще она умеет выходить из тела. Она выходит из тела, видит тонкий мир, видит свое физическое тело тоже со стороны. И что интересно, при всем при этом, казалось бы, такое преимущество, многие мечтают, правда, выйти из тела и как бы пользоваться этим. Но когда она рассказывала об этом, она почему-то была очень грустная, печальная. Она сказала: это как бы сложный для меня вопрос, сложная для меня проблема.
потому что этот процесс я не могу регулировать, и более того, я не знаю, что делать. Она на самом деле вообще, если честно, испытывала страшный, ну, такой ужас. Ей было страшно, и все. Никакого просветления, никаких вот как бы новых знаний она не могла из этого извлечь. То есть сам этот опыт ее ничего ей не давал. Потому что не было важного, еще одного важного аспекта в этом во всем. Не было гуру и не было шастр. И был только некий опыт, который она не могла объяснить. Да как она не могла его объяснить, это ничего ей в духовном плане не могло дать. Вот она пришла к преданным, чтобы как бы заручиться поддержкой, может быть, кто-то может что-то подсказать. И преданный ей все по полочкам разложил. Хотя он сам никогда не имел такого опыта, но благодаря шастрам, благодаря гуру, которого он слышал, он просто объяснил, что к чему и для чего. И она тут же успокоилась. То есть духовное знание, оно выше, чем просто такой вот опыт, который мы делаем вслепую. Отсюда такая проблема, что люди, хотя каждый уже умирал много раз, каждый человек уже много раз умирал, и все равно не может вынести из этого никакого урока, и более того, все так же боится смерти и вообще не понимает, как бы, языка этой материальной природы, не понимает, что хочет ему сказать материальная природа, заставляя его умирать еще и еще. Он не помнит прошлой жизни, не знает своего будущего, и хотя много раз это делал. Такова сила иллюзий. Поэтому даже если мы людям говорим о том, что да, тело твое как одежда, ты не должен ни о чем переживать, оно бренно, в конце концов, о чем ты скорбишь. Может быть, они могут так порассуждать, пока это не коснется их по-настоящему. Если касается по-настоящему, тут никто экзамен дать не может. Все испытывают страшный ужас и все. И не могут никак это все, ну, как бы усвоить на практике. Что подготовка к этому переходу от жизни к смерти, она проходит в течение всей жизни. От рождения до смерти идет подготовка к этому переходу не больше, не меньше. То есть нужно посвятить всю свою жизнь искусству жертвоприношения. Искусство жертвоприношения – это как бы маленькая смерть такая. Когда вы учитесь жертвовать сначала чем-то, что вам ценно, и отдаете, отдаете, отдаете в течение жизни, чтобы в конце жизни суметь отдать все. И если человек этой подготовки не прошел, он не сможет сдать этот экзамен. Будет страшно. Конечно, есть какие-то великие ученые. Я слышал, что один ученый, умирая, действовал экстраординарно. Он умирал на ходу. Он ходил по комнате и говорил: «Я буду умирать не лежа, а на ходу». И пока он ходил, его, так сказать, ассистенты записывали все его физиологические процессы, происходящие внутри тела. Он описывал свое умирание. И делал это на ходу без всякого страха, без всякого, значит, сожаления, как ученый, с холодным разумом таким. И умер как герой. Мало что сумел рассказать, но пример был такого сильного разума, когда можно игнорировать свои страхи и эмоции. Это просто сильный разум. Йог может, конечно, еще больше. Для него уйти из одного тела в другое или умереть все равно, что сходить обычному человеку в магазин. Это не вызывает большого стресса. Для него это не проблема, он управляет этим процессом осознанно. Но это должна быть подготовка. Поэтому Прабхупада говорит, люди со скудным запасом знаний, они не могут понять этих вещей. Им трудно понимать эти вещи. Во-первых, они думают, что дух — это что-то бесформенное. Это еще одна такая ошибка, как привидение, они понимают. Хотя бесформенным является тело. Это факт. Если из тела выйдет душа, вы увидите, насколько оно бесформенно, оно безобразно станет, оно тут же начнет приобретать, терять свой цвет и приобретать неотвратительные формы, распадаться буквально, рассыпаться на части, и все. От него ничего не останется, ну, кроме костей. Но настоящую форму поддерживает в этом теле как раз сознание или душа, которая внутри него находится и поддерживает его в оформленном состоянии. Поэтому дух имеет форму, материя не имеет формы. Все наоборот. В материальном мире материальная природа проявляет удивительное мастерство, создавая различные виды тел для живых существ, соответствующие их склонностям к чувственным удовольствиям. Тому, кто хочет питаться испражнениями, дается материальное тело, которое вполне приспособлено для поедания испражнений тела свиньи.
Аналогично этому, тот, кто хочет есть мясо, получает тело тигра, благодаря которому он может жить, наслаждаясь кровью других животных и поедая их плоть. Интересно. Люди иногда задаются вопросом, откуда такое разнообразие? Допустим, мир насекомых. Если вы посмотрите их под микроскопом, вы будете потрясены. Если просто, да, вы рассмотрите хоть какое-то насекомое, у вас возникнет вопрос, о чем думал Брама, когда создавал эти формы жизни. Что все разнообразие этих форм жизни исходит из его разума. То есть какая-то его мысль рождает определенные формы, удивительные формы. И там иногда бывают настолько сложные, настолько удивительные формы, что вы просто потрясены его фантазией, как бы его такой вот изощренностью. Они настолько сложные, что человек даже не может их до конца объяснить, почему та или иная форма существует. И есть 8 миллионов 400 тысяч форм, мы знаем только некоторые. Мы знаем некоторые человекоподобные формы жизни, а что такое 8 миллионов? Причем видов. Видов означает, что этих подвидов очень много. Это число увеличивается в разы. Человекоподобные — это значит похожий на человека. Это голова, две руки и две ноги. Это гуманоидная форма жизни означает. Гуманоид — это слово человек. Человекоподобное означает существо. Их тоже 400 тысяч видов. Мы не знаем их всех. И они живут на разных планетах, и на Земле тоже мы не всех знаем, потому что на Земле есть тоже много разных измерений. И душа входит в них по-разному. Откуда форма появляется? Что рождает эту форму? Это бесконечное сочетание наших желаний, комбинация желаний. Какие желания у человека? Если попросить человека создать карту его желаний, например, если он что-то нарисует, изобразит, то там будет изощренный какой-то набор желаний. И вот, соответственно, с этим набором желаний формируется тело. Высшие силы, они как бы просчитывают это все математически и, соответственно, с этим создают определенную форму биологическую, ну, как бы, чтобы полностью удовлетворить это желание. Отсюда мы видим вот это бесконечное разнообразие. Есть формы, допустим, осьминог, у него не одно сердце, а четыре сердца, допустим. И очень сложное устройство, сколько там душ, непонятно, если столько сердец, то, может, и душ тоже там несколько. И можно голову сломать, размышляя об этих формах жизни. Есть небиологические формы жизни, которые могут жить в огне или в кремнии. Кремниевые формы жизни, разнообразные формы, полевые, тонкие тела существуют. И все это желание человека. Тут Прабхупада говорит только про свинью, как бы, яркий пример. Свинья — это тоже олицетворенное желание поедать всякую гадость. Бывает же у человека тоже такие желания. Он думает о том, как бы все научиться переваривать и готов съесть все. Значит, человек не сильно избирательный в этом, в этих вопросах. Есть даже целые нации, которые всеядны. И есть всеядные животные формы жизни. Например, свинья, Прабхупада так приводит пример. Или хищник, тигр, который, значит, любит есть мясо, плоть. Есть люди, которые не могут без мяса. Например, я однажды ехал в поезде, и там женщина с ребенком ехала, и с мужем. И они целый день ели мясо с мясом. Мясо такое, мясо другое, мясо третье. Никаких вообще ни фруктов, ни овощей. Пока у ребенка не заболел живот. Когда заболел живот, она искренне удивилась. Говорит, ты чего? Почему у тебя живот-то болит? Съешь еще мясо. Я думаю, боже мой, уже хотел ей сказать, но если он сейчас еще съест мясо, у него точно все заболит. Но такова их система ценностей. Они вот любят мясо и не понимают никаких других вкусов. И для этого есть хищные формы жизни, наслаждаются плотью. Это тигр, например, или ну, много хищников разнообразных, которые приспособлены для переваривания мяса. Так, если сказать проще, то вот эти 8 миллионов 400 тысяч форм жизни это все разновидности ложного эго. Это все разные виды аханкары. Все это вот изощренные аханкары. Например, Хираньякашипу породил еще одну форму жизни, как бы вызвал своим желанием. Помните, проявился Вишну в необычной форме Нрисимхадева благодаря вот такому вот уму. Иногда люди откровенно хотят как бы заниматься генной инженерией и формировать новые формы жизни. Они даже бросают вызов Богу. Как один атеист написал книгу по этому поводу, ну, такую. Он говорит,
если Бог существует, то почему мы можем с ним соперничать? Почему не вмешивается, не мешает нам? Ведь мы создали столько новых форм жизни. Например, новый пород собак вывели, новые породы коров. С человеком они тоже ставили эксперименты. Они хотели человека, например, с обезьяной скрестить. Надеялись сделать суперчеловека. Сейчас в России тоже открываются генетические центры по генетике, по исследованию. Они хотят вывести суперчеловека. Даже Владимир Путин по этому поводу высказался. Говорит, представьте, мы сможем создавать новых композиторов великих или там, не знаю, каких-то вот еще поэтов, художников с помощью вот этой генетики, он говорит. Сейчас это вполне реально, буквально вот еще несколько лет, они говорят, мы уже начнем создавать таких суперлюдей, которые не будут болеть, не будут стареть, будут работать без выходных. И у них будет идеальная форма жизни. Они научились разгадывать этот, расшифровать геном. Но несколько десятков лет назад они не умели, они не знали, как соединить обезьяну, человека, и создавали каких-то уродов, таких как бы химер. Химера — это несочетаемые формы жизни. На самом деле они несоединимы, их нельзя соединить. Праджапати это умеют делать, а люди не должны этим заниматься. Поэтому, допустим, новые породы животных, собак, они не очень приспособлены к жизни, имеют свои недостатки. И Бог позволяет это делать. Мы в тот раз, в прошлый раз читали об этом, потому что Господь отдает этот материальный мир в наше распоряжение, позволяет это делать. Но на самом деле материальная природа уже все это создает для нас. Стоит нашей мысли только сконцентрироваться на чем-то, через некоторое время начинается движение материи, и материя трансформируется. Даем себе очередное тело в течение жизни, как этот принтер. Есть принтер новый, 3D. Он может создать разные, допустим, органы печатать или какие-то вещества печатать. Но такой же принтер существует в самой природе. В течение жизни наша карма формирует определенный код. И в соответствии с этим кодом формируется новое тело. Как только оно готово, мы развоплощаемся, наступает смерть. Если старик умер, значит, он уже сформировал новое тело. И он войдет в него, будьте уверены. И проживет еще одну жизнь в этом, внутри этого тела. Таков закон. Итак, это называется эволюция. Человек не создан для того, чтобы питаться испражнениями или мясом, так как его зубы имеют иную форму. Более того, ни у кого, даже у самых примитивных из людей, нет желания питаться испражнениями. Зубы человека предназначены для пережевывания фруктов и овощей, но два клыка позволяют ему употреблять пищу и мясо. Но уже есть такие люди. Шилпрупада писал тогда, но уже появились такие люди. В Японии люди едят, например, испражнения. Они их перерабатывают и едят. Космонавты тоже это делают. Они перерабатывают продукты жизнедеятельности своего тела и заново употребляют это все. То есть есть такие, оказывается. Можно и до такого дойти. Ну, насчет мяса вообще разговора нет. Люди едят его за обе щеки. Не могут отказаться от него. Хотя наши зубы, видите, предназначены для фруктов, и все же для мяса тоже человек может, если при желании, может его употреблять. Это выбор человека, выбор гуны. И то пища. Что из этого полезнее? Спорный вопрос. Есть люди, кто едят мясо и здоровы, есть люди, кто едят вегетарианцы и болеют. Есть вегетарианцы не болеющие, есть мясоеды болеющие. Вопрос такой сложный. В Москве преданных пригласили как-то на шоу на телевидении семейную пару с детьми и семейную пару с детьми-мясоедами и преданных вот, как бы вместе. Попросили их сдать анализы и провести как бы такой вот, ну, мониторинг. Значит, одни сдали анализы, другие потом сравнили анализы мясоедов, анализы преданных вот, детей. У мясоедов был хороший анализ, у преданных тоже хороший анализ у детей. Но, тем не менее, ведущий этого шоу, он был на стороне мясоедов. И он сказал, они имеют хороший анализ, потому что просто едят мясо. Мясо – самосбалансированная пища. А там вегетарианцы. Им удается поддерживать хорошее здоровье, потому что мама очень хорошо умеет готовить, она умеет поддерживать баланс продуктов. Это сложнее, они говорят. Мясо проще. Съел, и все, и готово. И это факт. Дикари, они едят мясо,
Признаки культуры означают способность готовить пищу. Если человек не умеет готовить, это признаки отсталости, как бы нецивилизованное общество. Не умеет готовить, не просто едят плоть. Цивилизация означает искусство готовить пищу, искусство использовать вкус и специи, искусство предлагать всю эту пищу Богу и наслаждаться изысканным вкусом. Это признак культуры и продвинутости. Но чем более примитивна цивилизация, тем больше она склонна просто к поеданию, так сказать, плоти. Там не нужно ничего думать, там все скомбинировано. Они едят, получают силу, но теряют рассудок. Они жертвуют тонким интеллектом. Приобретая физическую силу, теряют тонкий интеллект. Вегетарианец получает тонкий интеллект и силу выносливости, определенную силу выносливости тоже приобретает. И сейчас еще есть споры веганы, затем сыроеды, есть еще разные направления, когда некоторые едят только фрукты, есть те, кто едят только мясо, есть те, кто едят только, не едят зерно вообще, потому что считают, что это тоже нехорошо. И мир сейчас разделился на все это, на все эти вот умонастроения. Но пища, дело не в том, что вы едите, а дело в том, как вы это делаете. И поэтому здесь Прабхупада с позиции сознания Кришны об этом говорит. Материальные тела животных и людей чужды живому существу и сменяются в соответствии с тем, какое чувственное удовольствие оно желает получать. В эволюционном цикле живое существо меняет тело одно за другим. Когда мир был покрыт водой, живое существо получало тело, приспособленное для жизни в воде. А затем переходило в растительную форму жизни. Из растения превращалось в насекомое, из насекомого в птицу, из птицы в животное, из животного в человека. Высшей стадией развития жизни является та человеческая форма, в которой человек обладает совершенным духовным знанием. А вершина развития духовного сознания описана в этой мантре «Вед». Человек должен оставить материальное тело, которому суждено обратиться в пепел, и позволить дыханию жизни влиться в вечное вместилище воздуха. Здесь интересный момент. Здесь говорится, что любое тело физическое чуждо живому существу. Это такое революционное утверждение, потому что люди не понимают, как это, неужели тело человеку не нужно, он же отождествляет себя с телом. Но тело любое, даже человеческое тело, это наказание для души, это бремя для души. Душа прекрасно может находиться в своем свободном состоянии, не внутри тела. Оно как бы закабалено, оно схвачено этим материальным телом, порабощено, как пойманная лошадь, на которую надели усы и присоединили к ней телегу или карету, и она всю жизнь вынуждена таскать за собой это вот приспособление, которое ей совершенно не нужно. Он в нем не нуждается совершенно, но вынужден это делать. И тут описан процесс эволюции, интересно, он совпадает, заметили? Кто-то уловил, здесь совпадает с современными представлениями, что когда-то мир был покрыт водой, и жизнь зародилась в воде. Это утверждается также, видите, в шастрах, подтверждается шастрами. Само имя Нараяна, он связан с водой. Поэтому жизнь тоже связана с водой. И самая примитивная форма жизни — это водные формы жизни. Как бы человек, он тоже связан с этим, со стихией воды. В каком-то смысле, вспомните, ребенок, когда он рождается, он прекрасно рождается в воду. Есть роды в воде. И когда он рождается в воду, он дышит, под водой умеет дышать. И на определенном этапе развития эмбриона у него есть жабры, он вполне может пользоваться водной стихией. Это говорит о том, что человек имеет связь с океаном, с водой тоже. Когда-то он умел там плавать. У него даже есть как бы перепонки на ладонях, такое, как это называется, атавизм в виде перепонок на ладонях. То есть он связан так или иначе с водой, с водной стихией, жизнь с ней связана. И самые примитивные формы — это, конечно, то, что живет в море, рыбы, разнообразные амфибии. И выше них растения, которые живут на суше. Выше растений уже насекомые, потом животные. Прабхупада перечисляет вот этот немножко путь эволюции, как душа переходит из тела в тело, от одного состояния к другому. То есть сознание рыбы ниже, чем сознание растения. Такой вот интересный факт. Но интересно еще один момент, что океан исследован только на 3%.
человечеством. То есть основная масса Земли заполнена водой. Больше здесь именно воды, и просторы подводного мира, они гораздо больше, чем человек способен исследовать. Поэтому форм жизни, которые живут в воде, гораздо больше, чем просто нам известно. Рыбы или киты, например, самое большое животное синекит. Но есть тимингилла, которая питается китом. Есть цивилизации подводных, разумных существ, которые живут тоже под водой. Они человекоподобные, они могут жить там. Это еще неизвестно современным ученым. Вот живое существо, но вот таким вот образом эволюционирует, переходя из этого состояния в другое постепенно. Но здесь говорится, что высшая стадия развития человека, ну ладно, значит, оно из растения, насекомое, из насекомого в животное. Как оно происходит, переход? Переход происходит в процессе смены желания. Когда желание меняется, постепенно меняется форма жизни в соответствии с желанием. И вот, например, насекомое проживает свою жизнь, и оно, например, медитирует на что-то еще. Оно медитирует, например, на птицу, которая постоянно клюет, охотится за насекомым. Медитируя на эту птицу, волей-неволей, она постепенно может в следующей жизни родиться этой птицей. Птица, например, может родиться еще кем-то, просто медитируя на какую-то форму. Например, собака, общаясь с человеком, эволюционирует, потому что она видит человека и служит ему, и приобретает такую форму интересную, постепенно человекоподобная становится, мыслит как человек и перемещается в эту сторону, эволюционирует. Все животные идут в рост. Эволюция — это рост. Только человек находится на промежуточной стадии. Когда вы достигаете человеческой формы жизни, это развилка, это решение. Теперь либо вы вернетесь снова к животным, либо вы пойдете дальше. Поэтому человек — это особая форма жизни. Он может выбор совершать между греховной жизнью и негреховной. Так как животное не совершает этого выбора, оно не грешит. А одно животное ест другое животное, это не грех для них, они всегда эволюционируют, если их кто-то только не убьет раньше времени. Если человек убивает животное, животное прерывает свой рост, развитие, и вынуждено снова родиться внутри своей формы жизни. Поэтому есть такие вот обезьяны, которые в следующей жизни рождаются человеком, слоны в следующей жизни могут стать человеком, львы в следующей жизни могут родиться человеком, они близки человеческой форме жизни. Вот. Но даже родившись среди людей, человек должен стать великим, как бы особым человеком. Тут говорится, он должен познать искусство смерти. То есть настоящая эволюция — это когда человек побеждает смерть. Но тут и написано, человек должен оставить материальное тело, которому суждено обратиться в пепел, и позволить дыханию жизни влиться в вечное вместилище воздуха. Он должен это сделать осознанно. Тогда этот человек считается образованным. Если он умирает как бы неосознанно, случайно, ничего не понимая в этом процессе, он считается не очень цивилизованным, он считается недалеко ушедшим от животного существом. Живое существо действует в своем теле благодаря движению в нем различных потоков воздуха, которые называются прана-ваю. Йоги главным образом управляют воздушными потоками в своем теле. При этом одного воздушного цикла, при этом считается, что душа должна подниматься с одного воздушного цикла на другой. До тех пор, пока не поднимется до брахмарантры, самого высокого воздушного цикла. То есть, говоря языком чакр, вот эти вот потоки воздуха, связанные с чакрами, с энергетическими центрами, часть из них, нижние, связаны с низшими мирами, часть с высшими мирами. Брахмарантра находится вот здесь, не в голове, а над головой немножко. Или сахасрара чакра, и здесь воздушный поток, тоже вращение энергии праны, по-китайски ци. По-китайски тоже есть меридианы внутри тела, по которым двигается энергия ци. Она связана с дыханием и с кровью. Но она тоньше, чем кровь и дыхание. Она движет и тем, и другим. И вот человек, который занимается йогой, он управляет этими потоками энергии, либо
Они идут вниз либо вверх. Йог умеет их направить вверх. В целом же они движутся сначала по кругу в течение жизни, вот так вот вращаются внутри. По этим центрам и в то же время вот так вот. Но когда человек хочет возвысить свое сознание, он должен фиксировать вверху эти потоки, на высших центрах. Чем выше центр, тем он более ближе к духовности, выше уровень. Когда его центры вот вращаются на низших чакрах, допустим, там зафиксированного сознания, то это отвечает за безопасность, за сильное здоровье. Люди, которые заземленные, очень грубые, у них очень крепкое здоровье, сильное пищеварение и грубое, невосприимчивое к стрессам сознание. Заметили? Они гвозди переварят, спиртное пьют и при этом ни о чем не переживают. И живут, бывает, очень долго. Но сознание их оставляет желать лучшего, оно у них примитивное. Но выживаемость очень высокая. Даже если им сделать много операций, они все равно выживут, как бы все заживает, как на собаке. Такое вот сознание. Это просто активные низшие центры, там энергия вращается. Энергия выживания. В боевых искусствах тоже культивируют эту энергию в нижних центрах, допустим, ниже пупка, центр Муладхара чакры. Вот там они концентрируют энергию мощную для самообороны, для вот всех этих резервов, ресурсов. Но если поднять выше эту энергию, допустим, в сердечные центры, то человек начинает становиться более, как бы сказать, гуманистически настроенным. Он становится гуманистом, любящим, чувствующим прекрасное, красоту, стихи, поэзию, то есть что-то такое. Он очень чувственный становится, чувствительный, но как бы может быть слабее физически, не настолько выживаемость хорошая, но зато тоньше интеллект его. И вот йог поднимает эту энергию до самого верху. Ну, если здесь концентрирует, вот в этой вот анахата, как это называется, анахата чакра, вишудха чакра, то он становится философом и оратором. Вот эта чакра у него сильна, отсюда у него свет идет. Видно это. Если здесь на третьем глазе, то разум очень сильный, и он начинает как бы действовать на уровне разума и понимает философию с точки зрения практики. Очень сильный философ и практик становится. Но у него активно вот этот центр, он видит будущее, например. Но йог должен поднять до Брахмарантры, вот до этого центра, энергию. Когда он сюда поднимает энергию, то вся его половая энергия также поднимается сюда. Он абсолютно игнорирует половую жизнь уже на этом этапе. Размножение его не интересует, оборона его не интересует. Не пытается выжить в этом мире, ему не нужно выживать в этом мире. Он живет тонкими энергиями. Может вообще никуда не ходить, не двигаться, просто находиться в состоянии самадхи. Это особо, это как бы сверхчеловеческое существо. И вот такие йоги, они обычно сидят в Гималаях, в особых пещерах, которые они выбирают с позиции также породы камня, чтобы можно было сохранить тело надолго, и чтобы животные не могли входить туда. И людям это было недоступно. И погрузившись в глубокое самадхи, они находятся в трансе. И могут переместиться из юги в югу, они могут пережить век Кали и родиться уже дальше. То есть не то, что родиться, а выйти из транса, допустим, в сати-югу, чтобы не общаться с жителями Кали-юги, не хотят с ними общаться. И могут в эти моменты перемещаться в другие миры и общаться там. Это тело просто сохраняют здесь, а в тонком теле путешествуют. Но когда йог хочет окончательно, допустим, уйти из этого мира, то он фиксирует свое сознание вот полностью в этом центре, концентрирует прану, выталкивает прану вверх, прогоняет ее вверх, затем выталкивает ее. И когда он выталкивает, то слышен хлопок, его череп взрывается буквально, как бы хлопок очень такой громкий, и он раскалывается, трескается. Из этой трещины на макушке вырывается вот этот воздух с праной, жизненной силой, оттуда выходит душа, джива, она просто вылетает в необходимом ей направлении. Если же он не собирается никуда уходить, то вот он просто может управлять этими энергиями, которые дают ему различные ситхи, 8 мистических совершенств. Они всегда связаны с управлением праной.
Прана управляется с помощью ума, контроля ума. Если вы контролируете ум, вам подчинится также прана. Дыхание и ум, они очень связаны. В пранаяме самое главное, есть там два процесса, ричака, пурака и ричака, вдох, выдох. Но третье — это кумбхака. Кумбхака — это самое главное в пранаяме. Кумбхака — это задержка дыхания между вдохом и выдохом. Чем дольше ваша задержка на выдохе, тем вы сильнее и дольше ваша жизнь. Тем сильнее вы способны остановить ум. Это нужно не просто, чтобы продлить жизнь, а для того, чтобы остановить ум. Если человеку удается это сделать, то у него открываются вот эти скрытые резервы, сверхспособности. Он умеет управлять всем. Его тело может стать очень тяжелым, если прану направить вниз. То вы не сдвинете его с места. Даже поднять не сможете. Если он просто прану сфокусирует. Как помните, Прахлада Махарадж, Друва Махарадж, он умел управлять этими тоже потоками. Он занимался йогой, и когда он сосредоточился очень глубоко, то его тело стало настолько тяжелым, что земля начала сходить с орбиты под влиянием, под его стопами. И неожиданно, решительно вмешались, так сказать, полубоги, потому что нельзя было допустить такое. Вот эта возможность йоги, вот этого вот человеческого тела, но вот идеальный инструмент, идеальная машина, где все отрегулировано и взаимосвязано, и предназначено для того, чтобы осознать дух и освободить его, высвободить. Ну вот эти каналы визуальные, глаз, аудиальный, ухо, язык, органы чувств, позвоночник. Все это конструкция предназначена для того, чтобы перемещать внутри с помощью воздуха, грубо говоря, воздуха, но на самом деле праны, вот эту душу. Так она локализована в сердце, но вы можете ее перемещать дальше, дальше, дальше. Ее для этого пробуждает энергию кундалини, которая дремлет как бы в основании его позвоночника. Она двигает дальше, вот, проталкивает эту вот душу в нужном направлении. И я думаю, вы все, наверное, думаете, как же этому научиться. Или думаете, что, наверное, нам этому точно не научиться. И вообще не понимаете, о чем, может быть, даже идет речь. Но, собственно, бхакти-йогу это сильно не требуется. В бхакти-йоге этот процесс идет автоматически. Например, когда вы повторяете махамантру, то волей-неволей вы совершаете пранаяму, и происходит одновременно задержка дыхания, потому что вы на выдохе читаете мантру достаточно длинно, долго. И пока выдох идет, выдох длинный получается, вдох короткий, и получается, естественно, задержка дыхания, это пранаяма. Вы даже не зная об этом, совершаете ее. Поэтому так молодо выглядите и долго сохраняете жизненную силу, если хорошо повторяете джапу. Вот чисто механическое, может быть, влияние на прану. Затем сама по себе махамантра выталкивает вашу прану вверх, потому что мысли возвышенные, они естественным образом перенаправляют энергию в голове вверх. И вокруг головы появляется вот эта аура брахмарантра над головой. Нимб еще говорят, аура. У того, кто не живет половой жизнью, энергия двигается вверх, если он мыслит возвышенно, и она вся вот вверху фокусируется. Сама по себе, просто за счет прямого позвоночника и хорошей джапы или киртана, естественно, туда двигается наш поток сознания, а за ним все эти энергии продвигаются. И мы как бы об этом даже не думаем. Мы думаем о Кришне, о Махамантре, а процесс работает вот таким вот образом. Здесь просто это описано с позиции Аштанга-йоги Шрилы Прабхупады почему-то пишет. Ну, для расширения, так сказать, нашего кругозора. Он объясняет это. Достигнув его, вот этого брахмарантри, высокого воздушного цикла, совершенный йог способен по своему желанию перенестись на любую планету. При этом он должен покинуть одно материальное тело и войти в другое. Но высшего совершенства в этом процессе живое существо достигает тогда, когда окончательно отвергает материальное тело, о чем и говорится в этой мантре. Не хочется сразу отвергать материальное тело. Обычно йог, он, наоборот, совершенствует материальное тело и хочет его сохранить в молодом состоянии подольше, чтобы пользоваться им.
Но если он хочет уйти на другую планету, то он должен оставить это тело и занять там другое тело, выбрать там родителей, войти в рождение, через рождение принять его. И еще он может это сделать по-другому, минуя рождение. Он может просто занять какое-то тело. По-моему, Шанкарачарий был такой случай, когда с ним поспорил кто-то по поводу шастры, камашастры, но он не изучал камашастру, потому что это такая книга, как сказать, описывающая каму, чувственное наслаждение. А он был отреченный, и вот нужно было поспорить с одним человеком. И для этого он оставил тело в трансе, вышел из тела, оставил его в пещере, вышел из тела и вошел в тело умирающего царя. Царь был при смерти, он выбрал это тело, и как только душа вышла, он сам вошел туда, этот йог, Шанкарачарья, по-моему, это был, он вошел. И все увидели, что как будто вот царь, вроде бы умирающий был, находился в этом состоянии, вдруг внезапно ожил и говорит, ну что ж, как у нас дела, и принялся снова выполнять все свои обязанности, как бы внезапно исцелился. Все, конечно, обрадовались, никто и не заподозрил, что просто вошла другая джива туда. Внешне люди воспринимают как происходящее, видят тело как тело, тот же царь вроде бы вот, внезапно просто вот взбодрился. И он побыл какое-то время в этом теле, познал тайны Камасутры, Камашастры, затем снова вышел из этого тела, и царь внезапно умер уже окончательно и вернулся в свое тело физическое. Вот йог еще может так делать. Есть даже предположение одно по поводу Порфирия Корнеевича Иванова, что когда у него была неизлечимая болезнь, и он в отчаянии нырнул в холодную воду и внезапно исцелился. Но после этого исцеления у него обнаружились разные ситхи, сверхспособности стали развиваться. Он стал рассуждать как йог, действовать сверхъестественно, и в конце концов как бы вошел в историю как такой очень интересный человек, целитель, аскет, ходил босиком при любой погоде, мог гулять в степи, в мороз, под водой находиться очень долгое время. И кто-то предположил, что, наверное, произошло что-то подобное при смерти, и туда просто вошел, его тело занял какой-то йог. И просто стал его использовать. Ну, то есть вот йог может такие вещи проделывать. Он может войти в тело, даже если там оно занято. И тогда две души могут находиться в одном теле. Йоги иногда так делают. Это так, для расширения кругозора. Здесь все же говорится, цель йоги избавиться от материального тела. Как ни крути, избавиться от него — это и есть подлинная йога. Для чего же? Тогда у него появляется возможность войти в духовную атмосферу, где оно сможет развить тело совершенно иного типа, духовное, неизменное, неподвластное смерти. Вот в чем цель. То есть физическое тело разменять можно, если мы получаем духовное тело. Правда же, зачем нам физическое, если можно получить духовное? Иногда люди думают, что с помощью алхимии как бы можно это сохранить. Тело с помощью генетики, в прошлом алхимии. Даосы, они делали специальные упражнения, чтобы перепрограммировать свое тело физическое и стать бессмертными. Они для этого употребляли специальные напитки, в то же время занимались дыхательными практиками, хранили целибат и занимались вот как бы возвращали тело в его в эмбриональное, в детское состояние. Не пытались это сделать, но не знаю, насколько успешно. Говорят, когда-то были бессмертные даосы, даосские йоги. Но сейчас тоже есть даосские йоги, но они умирают, как и все, около 80 лет. До 100 даже толком никто не доживает. Даже Айенгар, йог, самый знаменитый современный йог, тоже умер, не дожив до 100 лет. То есть сейчас йоги не те, что раньше. Поэтому настоящее бессмертие — это духовное тело. И его достичь можно с помощью духовной практики. В материальном мире материальная природа заставляет всех менять свои тела из-за их стремления к разным видам удовлетворения чувств. Эти желания проявляются в различных видах жизни, начиная от микробов и кончая такими совершенными материальными существами, как Брахма и полубоги. Все живые существа имеют материальные тела различных форм, и разумный человек видит единство
не в разнообразии тел, а в их духовной общности. Все разнообразие материальных тел объединяет нас на духовной основе. Как душа, мы все едины. Сбивать с толку тело. Тело разное. Допустим, мы не можем строить свои отношения с тараканом на кухне или с мышью. Что это разная форма жизни, и как-то мы не дружим. Мы не, даже если поговорим, друг друга не поймем. Что бы мы ни сказали, эмоционального обмена не будет. Но с человеком есть эмоциональный обмен. С полубогами тоже сложные отношения у нас довольно. Мы не можем их понять. Слишком они разумны. Например, Брама и Микропа. И все же Прабхупада говорит, между ними нет разницы с духовной точки зрения. Более того, их всех объединяет одна и та же идея – удовлетворение чувств. Вот в этом мы все едины. И полубоги, и люди, и насекомые, и птицы. Все одинаково стремятся к четырем, к этим вот вещам. Еда, солнце, выкупление, оборона. Это нас объединяет. Это наша главная общечеловеческая идея. В этом мы едины. Никто не хочет умирать, все хотят есть, все хотят совокупляться, все хотят защищаться. Такая вот общность. И это вращает колесо самсары, поэтому мы двигаемся внутри этих тел. Если бы мы не хотели этих вещей, мы бы не прекратился бы вот этот круговорот рождений, смертей. Но мы двигаемся по жизни. Нас движут наши желания, двигают вперед. Поэтому в соответствии с нашим желанием мы формируем новое тело. Намного жизней вперед у нас уже запрограммирована программа. Духовная искра, являющаяся неотъемлемой частицей Верховного Господа, всегда одна и та же заключена ли она в тело свиньи или в тело полубога. Живое существо получает различные тела в соответствии со своими благочестивыми или греховными действиями. Человеческое тело стоит на высокой ступени развития, обладает полностью развитым сознанием. И самый совершенный из людей тот, кто после многих и многих жизней, посвященных познанию природы вещей, предается Господу. Таково заключение вед. Познания человека будут совершенны только тогда, когда он решит предаться Верховному Господу Васудеве. Тем не менее, даже постигнув свою духовную природу и слившись с Брахмаджьоти, человек вынужден будет снова пасть в материальную атмосферу, если он не поднялся до понимания того, что живые существа являются неотъемлемыми частицами целого и никогда не смогут стать целым. Здесь снова Шрила Прабхупада говорит о том, что душа, она хотя едина, имеет одинаковую духовную природу, воплощается в разных телах, оживляет их. Самое большое материальное тело – это тело Вселенной. Принадлежит Брахме. Поэтому Джива теоретически может оживить всю Вселенную, управлять ей. И может оживить микроб. Тело микроба, индрагопа называется на санскрите, тоже может оживить. Маленькая частица, но вот такой большой потенциал. И настоящее освобождение, Прабхупада говорит, это когда душа воссоединяется с Богом в отношениях. Рамаджоти неустойчиво. Даже влившись в сияние Брахмана, душа не может там закрепиться. Она время от времени снова выпадает в материальную природу, не сохраняет там своей стабильности. Брахмаджоти, исходящий из трансцендентного тела Господа, состоит из духовных искр, будучи индивидуальными существами, полностью сознающими свое бытие. Духовные искры иногда хотят удовлетворять свои чувства, и потому им предоставляется место в материальном мире, где они по указке своих чувств могут стать мнимыми господами. Желание господства – это материальная болезнь живого существа, и околдованное этим чувственным наслаждением, оно переселяется в материальном мире из одного тела в другое. Стремление слиться с Брахмаджоти не свидетельствует о зрелости знаний человека. Только полностью предавшись Господу и развив в себе склонность к духовному служению, можно достичь высшего совершенства. Вот так вот. То есть болезнь – это желание наслаждаться, дух чувственных наслаждений. Это главная причина наших проблем.
то, что мешает нам духовно развиваться. Не понять Бога. Это преграда. И интересный момент, что Брахмаджоти состоит из разных джив. То есть, другими словами, если так внимательно посмотреть на это, все, что вы видите вокруг, это живые существа. Каждый атом — это тоже джива. Но каждый атом, ну какой-то атом может быть активен, какой-то пассивен. И джива может в пассивном состоянии находиться, латентном. Может в активном состоянии. Максимально активное сознание — это когда джива в теле человека или в теле полубога. В теле животного эта джива как бы спит. Она не очень понимает происходящие события. Допустим, если кошка или кот умирает, она не очень понимает, что с ним происходит. Она просто как бы, ну и так и при жизни спало. И в момент смерти просто засыпает. Его сознание тамастично, в дереве совсем спящее. Еще более спящее в камнях, еще более спящее в атомах. И все равно все это джива. Все базируется на живом существе. Все вокруг — это сознание, все это живое. Даже материя. Но Брахмаджоти — это чистый дух. Без примеси материи вообще. Это активный чистый дух. И все же как бы в таком состоянии тоже не проявленном до конца. Это проснувшиеся существа, они в бодром состоянии, но они как бы не вошли в духовную деятельность. Это как проснуться. Бывает же, мы проснулись утром, а потом опять уснули. Мы уснули, потому что не встали. Но точно так же, когда джива находится в брамане, она проснулась, но она не приступила к деятельности, поэтому риск уснуть снова существует всегда. Но если она войдет в деятельность, то есть войдет в мир Вайкунтхи или Галоки и займется преданным служением, это будет совершенство жизни. Она уже никогда не уснет. Но пока она в состоянии брамана, это пробужденное состояние, активно, но еще не до конца, как бы не законченное. Поэтому проснуться недостаточно, нужно встать и приступить к деятельности. Выйти за пределы Брахмаджоти. В этой мантре живое существо молит дать ему возможность, покинув это материальное тело и материальную атмосферу, войти в духовное царство Бога. Преданный молит Господа вспомнить все его поступки и жертвы, которые он совершил, пока его материальное тело не обратилось в пепел. Эту молитву возносит в момент смерти, полностью отдавая себе отчет в своих прошлых деяниях и сознавая свою конечную цель. Тот, кто находится во власти материальной природы, в критический момент вспоминает отвратительные поступки, совершенные им за время существования его материального тела. Поэтому после смерти он получает другое материальное тело. Бхагавадгита 8.6 подтверждает эту истину. Там говорится, что в момент смерти ум умирающего живого существа переносит его наклонности в следующую жизнь, которая будет соответствовать этому состоянию ума. В отличие от животных, чей ум не развит, человек может помнить поступки, совершенные им в прошлом, которые проплывают в его памяти подобно снам. Поэтому его ум всегда полон материальных желаний, он не может получить духовное тело и войти в духовное царство. Однако преданный, занимаясь преданным служением Господу, развивает в себе любовь к Богу. И даже если преданный не вспомнит момент смерти о своем служении Богу, Господь не забудет его. Эту молитву возносят, чтобы напомнить Господу о жертвах преданного. Но и без такого напоминания Господь не забывает служение своего чистого преданного. Очень обнадеживающее утверждение, не так ли? То есть всегда есть риск забыть. Мы можем забыть в момент смерти вообще эту молитву. Можем потерять сознание в момент смерти. Сосредоточиться на своей боли в момент смерти. Это серьезное испытание, суровое. Но здесь говорится, что в этом случае Господь сам нас будет помнить. Это гораздо надежнее, когда Господь помнит о нас, чем когда мы помним о Нем. Потому что если Он помнит, то это означает, что Он нас выбрал. И наш, не мы уже, но как бы нам гарантировано освобождение, мы защищены. Наша память не сильно надежна в этом плане. И тут вот описан весь этот процесс. Что, какова конечная цель и как преданный должен правильно уйти
без жизни, сознавая конечную цель. Это не просто, потому что сначала мы увидим всю свою жизнь целиком. Это рассказывают все, кто находился в клинической смерти. Так или иначе, что проплывает вся жизнь, все события за какую-то короткую, за какие-то короткие мгновения, как кино прокручивается перед нами, Прабхупада говорит, или как сон проплывают эти события. Какие-то, Прабхупада говорит, события, которые, может быть, даже, как он сказал, поступки отвратительные. Постыдные какие-то поступки. Мы в течение жизни много всего сделали глупого. И очень неприятно видеть это все при свидетелях, когда сверхдуша вместе с нами это все созерцает. И затем, в соответствии с тем, куда наш ум пойдет, на какой мысли он зафиксируется, какие желания доминировали, вот это будет решающим фактором, куда душа воплотится. Если много каких-то греховных действий, оно будет тяжелое, и вы пойдете в мир мрачный, мир животных. Если возвышенный, вы пойдете вверх. Попадете в райские миры, то там проживете долгую жизнь, счастливую. Если в ад попадете, вы потеряете возможность молиться вообще. Там уже поздно молиться в тех мирах. И кто попадает в ад, он мечтает вернуться на землю, чтобы и думать только о том, как он возобновить свою духовную практику. Только об этом он думает, только бы вернуться на землю и снова возобновить духовную практику. Он четко понимает, что жизнь на земле предназначена для духовной практики, не для чего-то еще. Поэтому лучше пользоваться моментом сейчас, не тратить время даром. Об этом Прабхупада говорит здесь. Свои близкие взаимоотношения с преданными Господь описал в Бхагавад-гите 9.30-34. Шрила Бхактивинода Тхакура объяснил эти стихи Гиты следующим образом. К преданному, идущему по истинному пути святых, следует относиться благосклонно, даже если может показаться, что его характер не безупречен. Нужно понимать, что подразумевается под небезупречным характером преданного. Обусловленной душе надлежит выполнять две функции – поддерживать жизнь в теле и идти к самосознанию. Социальное положение, умственное развитие, очищение аскетизмом, питание и борьба за существование – все это относится к поддержанию тела. Что же касается долга самосознания, то человек выполняет его, занимаясь преданным служением Господу, что в свою очередь тоже связано с какой-либо деятельностью. Эти две разные функции необходимо выполнять одновременно, так как обусловленная душа не может отказаться от поддержания своего тела. Однако доля деятельности, связанная с поддержанием тела, уменьшается пропорционально тому, насколько возрастает доля преданного служения. До тех пор, пока человек не поднимется на должный уровень преданного служения, всегда остается возможность случайного проявления мирских качеств. Но следует отметить, что это не может продолжаться слишком долго, так как по милости Господа он очень быстро избавится от подобных недостатков. Поэтому путь преданного служения – единственно верный путь. У того, кто находится на верном пути, даже случайное проявление мирских качеств не затормозит продвижение к самосознанию. Еще один плюс. То есть, если мы идем путем преданного служения, то это не означает, что мы сразу будем безупречны, как бы непогрешимы. Естественно, что у нас полно разных греховных материальных желаний, но на пути преданного служения они постепенно уменьшаются пропорционально нашему духовному росту. Итак, если у нас возник вопрос, как понять, продвигаюсь я духовно или нет, то вот критерий. Если духовные желания увеличились, а материальные ослабли, это признак духовного роста. То есть не просто должны ослабнуть материальные желания, потому что они могут ослабнуть от старости или от болезней, а они должны пропорционально уменьшиться, пропорционально росту духовных желаний. То есть все решает сила духовных желаний. Если нам удастся развить сильные духовные желания, это что означает? Желание повторять джапу, желание слушать о Кришне, читать книги Шрилы Прабхупады, общаться с преданными. Это все сильные духовные желания. Чем они сильнее, тем мы духовно сильнее, настолько мы чисты.
И все же, пока мы связаны с материальным телом, его нужно поддерживать, здесь говорится. Ну, в здоровом состоянии, имеется в виду. Здоровый образ жизни таким образом не прерывает чистого преданного служения. Что иногда преданные говорят, можно ли заниматься здоровьем. Если вы не будете заниматься, то как вы будете духовную практику практиковать? Это как, если гитару не настроить, как вы на ней играть будете? Также это тело должно быть не настолько отрегулировано, чтобы была идеальная духовная практика. Очень трудно без этого тела практиковать духовную жизнь. Поэтому две вещи мы делаем в течение жизни. Поддерживаем идеальное здоровье на физическом, социальном, на всех уровнях. И занимаемся духовной практикой. Поддерживаем все это только для духовной практики, не наоборот. И постепенно произойдет перевес в сторону духовности. Тело ослабнет, оно постепенно перестанет доминировать. Доминанта переключится в сторону духовной жизни. Это называется сознание саньяси. Но это произойдет постепенно. И поэтому на этом пути, пока вы еще этого не достигли, этой чистоты, здесь Прабхупада говорит, могут быть какие-то сбои, то есть, ну, проявление материальных каких-то слабостей. И все же, говорится, это не затормозит продвижение вперед. То есть, если мы увидим у преданного какие-то материальные слабости, но при этом он не сворачивает с пути, это не так принципиально, не так важно, потому что тенденция закончится. Это атавизм, если можно так выразиться. Атавизм — это рудимент, как бы пережиток, ненужная функция. Иногда ученые говорят, что вот, допустим, атавизм у нас остался, вот ушами шевелить. Когда-то мы были животными, умели шевелить ушами. И сейчас мы тоже немножко умеем шевелить, но это уже не функционально. Это уже не имеет никакого значения, остаточное явление. Также у преданного тенденция греховной деятельности — это как остаточное явление, не имеющее силы. Он по инерции может еще случайно как бы грешить, но это уже не греховный человек, он уже никогда не скатится в греховную жизнь, потому что там у него нет вкусов, нет интересов. Он так по инерции еще может что-то делать такое, но уже без вкуса, без интереса, без всякой философии, все это как бы остаточное явление. Поэтому если мы что-то такое замечаем, мы критиковать не должны такого преданного. Если в себе заметили, не должны отчаиваться и думать, о Боже, как же я дальше буду продвигаться. Нужно просто продвигаться и меньше об этом думать, и оно все уйдет на нет. С исчезновением физического тела. Но пока тело будет, оно будет склонно к этим греховным каким-то вещам, так оно устроено, запрограммировано на это. Поэтому важно понимать динамику движения. Движется ли человек в сторону Бога или от него тогда, и в соответствии с этим делать выводы, что можно падать из ангельских миров вниз. Тогда это опасное явление. Если человек сверху вниз падает, это деградация, даже если он еще у врат Вайкунтхи. А вот если даже в аду, но продвигается в сторону Бога, у него больше шансов, он прогрессирует, хотя еще практически адское существо. Но это прогресс, потому что он двигается в ту сторону. А на Вайкунтхе, если кто-то падает, это регресс, это проблема. И, ну, и здесь Шрила Прабхупада приводит стихи из Бхагавадгиты, целый список. Успею их прочитать. Я не успею, вы их сами прочитаете. Тут санскрит. Поэтому я сразу переводу перейду. Даже если человек совершал самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Очень быстро он становится праведным и достигает вечного умиротворения. Я обещаю тебе, о сын Кунти, что мой преданный никогда не погибнет. О сын Притхи, любой, кто прибег к моему покровительству, будь то женщина, вайшья, торговец или человек низкого происхождения, сможет достичь высшей цели. Насколько же выше них стоят добродетельные брахманы, праведники, преданные святые цари. В этом приходящем полном страдании мире они посвящают себя преданному служению Господу. Служи мне всегда, занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, падай ниц передо мной и поклоняйся мне. Так, полностью погрузившись в меня, ты, несомненно, придешь ко мне
Имперсоналисты отрицают эти преимущества преданного служения, так как привязаны к аспекту Господа Брахмаджоти. Имперсоналисты не могут выйти за пределы Брахмаджоти, о чем говорилось в предыдущих мантрах, и не верят в личность Бога. Главным образом их интересует семантика, игра слов и умозрительные построения. И потому, как утверждается в 12 главе Бхагавадгиты 12.5, их труд бесплоден. Здесь Шрила Прабхупада еще раз прошелся по имперсоналистам. Это его любимая тема. Не устает об этом говорить. И это выдает его сильную привязанность к Кришне. Вот эта строгая его риторика выдает в нем сильную любовь к Кришне, поэтому он так строг по отношению ко всему, что противоречит идее личности Бога. Ну, как мать, она строго защищает своих детей. Если кто-то обижает их детей, она превращается в тигрицу. Очень агрессивно, жестко защищает. Также любовь Шрилы Прабхупады Кришне, она тоже такая строгая, как у матери, защищающей своих возлюбленных детей. Поэтому так безжалостно всегда критикует имперсоналистов. Потому что они как бы игнорируют личностную природу Бога. Хотя здесь в Гите везде говорится, думай обо мне, вот прославляется Кришна, вот, где он говорит, мне, меня, моим, имя, форма, качество, все очень четко представлено. Все эти возможности, о которых говорится в данной мантре, можно легко обрести, установив постоянный контакт с личным аспектом абсолютной истины. Преданное служение Господу по существу состоит из 9 форм трансцендентной деятельности, которые занят преданный. Итак, как же установить контакт? Здесь вот перечисляются. Слушание, повествование о Господе – это первое. Второе – прославление Господа. Третье – памятование о Господе. Четвертое – служение лотосным стопам Господа. Пятое – поклонение Господу. Шестое – вознесение молитв Господу. Седьмое – служение Господу. Восьмое – дружеского общения с Господом. 9 – полного самоотречения во имя Господа. 9 процессов. С помощью любого из этих 9 процессов вы можете поддерживать контакт с Богом. Шраваном Киртаном Вишну, Смараном Падасеваном, Арчином Ванданом, Дасьем Сакхьем, Атма Неведаном. Запомнить нужно. И сосредоточиться на том процессе, в котором у вас, к которому есть особая предрасположенность. Эти 9 процессов преданного служения все вместе или по отдельности способны помочь преданному все время находиться в контакте с Господом, поэтому в конце жизни преданным будет очень легко помнить о Господе. Применение только одного из этих методов позволило достичь высшего совершенства таким великим преданным Господа. Первое. Герой Шримад Бхагавата Махараджа Парикшит достиг желанной цели, слушая о Господе. Второе. Шукадева Госвами, рассказчик Шримад Бхагаватам, достиг совершенства, прославляя Господа, то есть с помощью киртанам. Третье. Акрура, достиг желаемого результата, вознося молитвы Господу. Четвертое. Прахлада Махарадж, достиг желаемого результата, памятуя Господи. Пятое. Притху Махарадж, достиг совершенства, поклоняясь Господу. Шестое. Богиня процветания Лакшми, достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа. Седьмое. Хануман, достиг желаемой цели, служа самому Господу. Восьмое. Арджуна, достиг желаемого результата, дружа с Господом. Девятое. Бали Махараджи, достиг желаемой цели, пожертвовав Господу все, что имел. Выбирайте. Любой из этих процессов можете выбрать путь и выбрать себе героя. Например, Махараджа Парикшита. Или Шукадеву Госвами, может быть, Бали Махараджу. Сосредоточьтесь на этом герое и пройдите его путем. Путь проложен. Исторический факт. А можно сразу 9 процессов. Амбариши Махараджа сразу 9 процессов практиковал. В принципе, мы тоже все 9 процессов практикуем. Прабхупада так все организовал. Сейчас мы делаем шраванам, я делаю киртанам. Вы делаете шраваном, я киртаном, потом смараном. Видите? Эти процессы, они такие естественные, как бы аутентичные, очень естественные для человека.
Фактически объяснение сути этой мантры, как и всех остальных мантр ведических гимнов, в сжатом виде приводится в Веданта-сутре. Но более подробно они объясняются Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам – зрелый плод древа ведической мудрости. Шримад-Бхагаватам эта мантра объясняется в самом начале беседы между Махараджи Парикшитом и Шукадевой Госвами. Слушание и изложение науки о Господе и повторение услышанного являются главными принципами преданного служения Богу. Поэтому Махараджа Парикшит выслушал весь Бхагаватам, повторенный Шукадевой Госвами. Махараджа Парикшит задавал вопросы Шукадеве, так как тот был самым великим духовным учителем из всех великих йогов и трансценденталистов того времени. «В чем заключается долг человека, особенно в момент смерти?» — спросил Махараджа Парикшит Шукадеву Госвами. Шукадева Госвами ответил: Тасмат Харата Сарватма Бхагаван Ишваро Хари Шотавья Кирти Тваяшча Сатавья Чеча Тапхаям. Каждый, кто хочет избавиться от всех тревог, должен всегда стремиться слушать повествования о личности Бога и прославлять Его Верховного Повелителя, Всего Сущего, устраняющего все трудности, сверхдушу всех живых существ. Бхагаватам 2.1.5. Шилапрапада, как подлинный ученый, приводит ссылки на комментарии, то есть на шлоки из других писаний. Это важный момент, если мы проповедуем среди вайшнавов, среди экспертов. Мы должны всегда делать ссылку на авторитет священного писания и уметь подтвердить одно писание другим писанием. И тут параллели между Бхагаватом и Шришапанишад. Например, Махараджа Парикшита. Представители так называемого человеческого общества ночью заняты сном или сексом, а днем добывают как можно больше денег для содержания своего семейства или ходят по магазинам. У людей не остается времени на то, чтобы говорить о Верховном Господе или задавать вопросы о нем. Сейчас люди всеми способами пытаются отрицать существование Бога, в первую очередь объявляя его безличным или лишенным способности к чувственному восприятию. Однако в ведической литературе, будь то Упанишады, Веданта Сутра, Бхагавадгита или Шримад Бхагаватам, утверждается, что Господь является существом, способным чувствовать высшим из всех живых существ. Его славные деяния тождественны ему самому. Поэтому не стоит тратить свое время на то, чтобы слушать или говорить о бессмысленной деятельности мирских политиков и так называемых великих людей. Вместо этого нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы каждую ее секунду посвятить благочестивой деятельности. И Шриша Панишат побуждает нас к такой благочестивой деятельности. О чем вспомнит человек в момент смерти, когда он должен будет расстаться с телом, если он не занимался преданным служением? Как он сможет молиться, молить Верховного Господа, вспомнить его жертвы? Жертва означает принесение в жертву интересов своих чувств. Необходимо научиться этому искусству, занимая свои чувства преданным служением Господу в течение всей своей жизни, так, чтобы в момент смерти можно было воспользоваться плодами этого. Итак, здесь Шрила Прабхупада снова прошелся по материалистам, как бы подвел итог тому, что уже было сказано, что есть много отвлекающих факторов от духовной жизни, от тяхара, праяса, шча, праджал, паньяма, аграха, от тяхара — чрезмерное накопление, праяса — чрезмерные усилия, праджал — пустые разговоры. Но если все своим языком назвать, это сон, секс, добывание денег, разные способы забыть о Боге. И у любого человека есть всегда аргументы против того, чтобы слушать о Кришне или читать книги Шрилы Прабхупады. Все говорят, некогда, занят. Но вот все-таки смерть, как бы это граница, которая очерчивает настоящую реальность. Если мы хотим понять, например, ценность той или иной вещи, то мы должны все это сопоставлять со смертью. Чем я могу воспользоваться в момент смерти, что ценно в момент смерти, что является настоящей реальностью. Все, что невозможно применить в момент смерти, это все бессмысленные вещи, ненужные, это фантасмагория.
И вот выясняется, например, в момент смерти я не могу пойти на работу, не могу заняться сексом, не могу заняться едой. В момент смерти происходит полная переоценка ценностей. И очень большое удивление испытывает человек, что все его ценности переворачиваются. Все, что он считал ценным, вообще оказалось ненужным. А все, что, чем он пренебрегал, оказалось нужным. Но у него этого нет, потому что он не развивался в сознании Кришны. Если мы к моменту смерти не разовьем в себе вот этот твердый разум и вот этот свой внутренний духовный мир, нам некуда будет бежать. Это будет полный крах, полное поражение. Прабхупада здесь предупреждает об этом. Люди тратят время. В телевизоре одни глупости, одна реклама, какие-то бессмысленные актеры, бессмысленные так называемые великие люди, которые никак не связаны ни с Богом, ни с высшей целью жизни. В наше время люди просто ведут себя как маленькие дети, нелепо растрачивая свою жизнь. И Прабхупада говорит, что же они момент смерти вспомнят? Даже великие люди. Вот Рязанов, великий режиссер, что он вспомнил в момент смерти? Помните, он написал стих «Как жаль, что я не научился молиться». Да, он не выучил эту мантру. Хоть он великий режиссер, но он не знал этого 17-ю мантру из Шриши Панишат. Какой же он великий. Он растерялся, он не знал, как сформулировать свои мысли, просто написал некий стих, в котором выразил свое сожаление, разочарование в жизни. То есть он ни к чему не пришел. Но люди воспринимают его как лидера, как учителя в каком-то смысле слова. Это называется ложный учитель, лжеучитель. И вот мы не должны идти за такими людьми. Мы ценим их не таланты, но их таланты незавершенные, они, видите, ни к чему не приводят. Поэтому Прабхупада здесь так ставит все на свои места, чтобы люди не забывали подлинные ценности, настоящие. Настоящие традиционные ценности связаны с Богом. Современные — это выдуманные ценности, это как так называемый постмодерн, как бы искусственно созданные суррогаты ценностей, которые никак не связаны с реальностью. Они чрезвычайно опасны, потому что проникают в сознание в виде самскар. И эти самскары будут мешать нам возносить молитву в момент смерти. Там много в уме всяких впечатлений ненужных. Их нужно будет вычистить в течение жизни. Иначе не удастся достигнуть вот этого самадхи и Прабхупада, поэтому так еще раз напоминает нам об этом и предлагает заняться чистым преданным служением, то есть зафиксировать свое сознание на разнообразных деяниях Бога, форме, имени, качествах, лилах, слушая, повторяя, фокусируя сознание, как бы вгрызаясь туда. Нужно прям врасти туда, чтобы обрести вот эту целостность. Изнутри прям корни должны прорасти в сознании Кришны. Тогда не важно, что будет на поверхности. Может, на поверхности могут быть какие-то ошибки, но главное, чтобы наша внутренняя суть. Но чтобы добраться до вот этой глубины, важны поступки в сознании Кришны. Также не только слушание. Слушание нужно реализовывать в практических действиях. Это говорит здесь о чем? О жертве. Нужно пожертвовать интересом своих чувств. То есть выйти из зоны комфорта, интересы наших чувств, они могут быть не в той сфере, не в духовной. Если мы научимся ими жертвовать, то тогда мы сможем практически приобрести качество фундаментальное, глубже чувств. Чувства, они сильны, но сильнее объекты, которые их притягивают. Если нам удастся переключить их, то они станут не опасными, эти чувства, они станут подчиненными нашему глубокому разуму. Рассудку. Это мы регулярно должны напоминать себе о бренности материального бытия. Напоминая, легче всего это напомнить, когда мы вспоминаем о смерти. И о том, что на самом деле нам не так уж долго жить. Мы живем короткие жизни, поэтому у нас нет, мы не можем как бы разбрасываться временем. Мы должны его собрать и сфокусировать. Как бы даже, как будто мы в чрезвычайной ситуации находимся. Максимально собрать все свои ресурсы. Никто не знает, когда смерть придет, в какое мгновение времени. Мы не можем рассчитывать на что-то такое.
И тогда жизнь будет прожита в полном таком вот своем объеме. Полноценная жизнь означает в полную силу прожитая. Но полную жизнь, в полную силу можно прожить только, когда вы осознаете фактор бренности, временности материального бытия. Тогда она проживается полноценно. Там Прабхупада дает этот пример в своей жизни. И вот мы закончили эту мантру. И у нас остается последняя, 18-я мантра. Она тоже имеет комментарий. Мы закончим ее в пятницу. Сейчас вопросы обсудим. Вижу, здесь уже написано. Да, хорошая формула. Умереть до прихода смерти. Это слова Бхактитирты с вами. Это значит расстаться с ложным эго до прихода смерти. Мы должны суметь это сделать. Есть пример кокосового ореха, когда он спелый, то внутреннее его содержимое отделяется от внешнего. Это означает как бы разделенность материи и духа. И вот до прихода смерти мы должны отделить одно от другого. Тогда смерти не будет. Преданные рядом, да, помогут. Более того, даже если преданный случайно зайдет к умирающему, то это будет признаком того, что эта душа ушла в духовный мир. Мы однажды ехали из Рыбинска, из Ярославля в Рыбинск. И заехали в одну церковь, просто старинную, мне хотели ее показать преданные. И мы зашли туда, а там как раз похороны. Бабуля оставила тело. Я сразу вспомнил это утверждение, что если случайно приходит на похороны какой-нибудь вайшнав или браман, то считается, что душа ушла в высшие миры. Я вспомнил это. Я подумал, ну, если считать, что мы вайшнавы, что наша квалификация достаточна, то это могло быть признаком того, что ушедший там человек, это был какой-то праведник. Но если преданные присутствуют осмысленно, осознанно и дают свое общение, как это было с Махараджем Парикшитом, то это, конечно, еще больше эффект дает. Можно задать вопрос, да? Да. Вот я хотела бы спросить, вот есть люди же, они каждый на своем этапе развития идет, вот, да? И ты ему хоть сколько вот говоришь, да, он сколько уже и просада съел, и все равно он не прогрессирует. Все-таки, мне кажется, ну, есть такое, что человек должен дойти вот до того, чтобы вот начать развиваться. Ну да. Ну, То как есть, его, невозможно его да. привести прямо. Как говорится, к водопою можно подвести, а вот пить лошадь не заставишь уже. И вот, мне кажется, Да, когда человек такой вот грубый, это значит много грехов совершено. И чем более греховный человек, тем труднее, что бы вы ни делали, допустим, вывести вас из этого состояния очень трудно. И тогда вмешиваются уже какие-то высшие силы, ну, или силы природы. И обычно все происходит в момент смерти быстро, когда человек болеет, страдает, то вот происходит такая переплавка личности. Вот когда человек очень грубый, то к нему приходит вот такой грубый подход. Ему придется умирать вот в испытаниях таких. И если будет на то воля Бога, то он как раз переплавится, переосмыслит все такие моменты критические. И все вспомнит. Все, что ему говорили, все хорошее, вот все духовные моменты. Есть книга «Последний экзамен», там такие люди вот как раз представлены многие. Всякие родственники преданных, которые упирались до последнего, а потом в момент смерти, значит, у них произошла неожиданная трансформация через боль, через страдания. Ну, это греховные люди. Так вот трудно все дается. Вижу вопрос. Есть ли смысл говорить что-то покинувшему тело родному? Но если тело родного, оно еще рядом, то, допустим, в тибетской книге мертвых рекомендуется разговаривать с ним. Мы тоже рекомендуем читать, допустим, Бхагавад-гиту. Но можно и разговаривать, потому что человек, хоть и не в сознании,
внешнем, в тонком теле он все слышит. И не сразу тонкое тело и грубое разделяются, они какое-то время находятся вместе, неподалеку. И слышит он наставление. Ему в основном нужно говорить, чтобы он шел вперед, чтобы он шел на свет, который видит перед собой, что его там встретят, чтобы повторял мантру, вернее, слушал звук мантры, мы должны повторить мантру для него. И нужно будет как можно меньше скорби выражать. Скорбь очень сдерживает, и человеку не хочется уходить. Он хочет остаться, вернуться. И вот родственники иногда удерживают своей вот этой вот скорбью. И он в тонком теле, и назад в тело не войдет, но вот находится вокруг да около как привидение. Надо его гнать вперед. И тело поэтому рекомендуется сжигать. Как мы видели, в Джаганатхапуре тело сжигают в течение нескольких часов. И там уже ничего не остается, и быстрее душа уходит. Ну, 9 дней, может быть, слышит. На 40-й день уже должен воплотиться за месяц в новое тело. 9 дней считается по-христиански, и, в принципе, это совпадает с шастрами, тоже такое говорится, около 9 дней. Он уже выходит из тела полностью за 9 дней, но находится еще где-то вот неподалеку с родными. Он может и вас видеть, и контактировать там в промежуточной зоне. Прощается, как бы смотрит, осмысливает все, выбирает, принимает решение. Это все зависит, как я говорил, от благочестия. Если он довольно благочестив, дольше это. Если он не благочестив, то быстро его спрашивать не будут. Его переместят и все в какой-нибудь адский мир или животное тело. А чем более он благочестив, тем больше у него бонусов. Он может дольше думать, ходить, выбирать, наслаждаться немножко там легкостью такой бытия. Спасибо, Хари Кришна. А можно еще спрошу? Вот у меня получилось, что какое-то время назад покинула тело соседка, с которой мы хорошо общались, бабушка. И я еще не знала этого. И сон такой приснился, прямо очень страшный. Вот это, как будто я захожу в другую комнату, а женщина, вот как мертвая, да, оттуда выходит. И до такой степени этот сон был реальный. Она тоже меня увидела и ушла как бы обратно туда, куда-то на балкон. И с тех пор как я никак не могу прийти в себя. И по ночам прямо так с этой джапой сплю. И, ну, прям страшно. Не могу никак перебороть, хотя уже прошло 3 недели. И вот этот страх возник какой-то детский, получается. И не знаете, как от него избавиться. Такое чувство, как будто вот что-то такое чуждое касается. Ну, это детский страх. Когда человек взрослеет, он же знает науку, то он не боится. Атеист не боится, потому что он не верит в душу, он думает, ну, тело умерло, его зарыли, и все. А мы, потому что знаем, что тонкое тело есть, и это тот же самый человек, просто в тонком теле, мы тоже его не боимся. Он, конечно, немножко другой становится. Он может озлобиться, действительно, если... Ему не предлагают просад, или он брошен, его не поминают, или он умер неестественно. И он тогда, да, бывает такой озлобленный, измученный в тонком теле. Тогда привидение злое становится. Его называют уже привидением. И он питается страхами, эмоциями людей. Когда человек напуган, он над вот этим как бы подзаряжается. Поэтому он рассчитывает на это. В замках в Англии много таких вот привидений. Прабхупада даже общался с такими привидениями. Им надо помочь, просто предлагать просад или рядом мантру повторять. Вибрация святого имени их очистит, и они быстрее будут уходить. Бояться их бессмысленно, они же ничего сделать не могут, только пугать. И все. Поэтому зеркала закрывают, допустим, когда кто-то уходит. И благовония очень сильно влияют. Все эти тонкие вещи, допустим, благовония, как только вы зажигаете, все эти тонкие существа, они не выносят этого, они уходят. Исчезают мгновенно. Вода священная, когда вы разбрызгиваете по комнате. Навоз, когда вы моете с навозом, все это уходит. Но если человек хороший, то ему нужно просто помочь. А так, ну, плохому тоже нужно помочь, просто плохое еще может пугать.
пользоваться вот этой энергией страха. Или привязанность, знаете, не то, что плохой человек, он может быть просто вот материалист, привязанный к телу, и вот поэтому он ходит вокруг да около, у него чувство собственности есть к этому месту. И всегда, когда кто-то умирает, такие всякие байки возникают. У нас, когда дедушка умер на даче, я еще маленький был, помню, бабушка пришла испуганно, он говорит, там лежит, умер. Я думал, придуривается, потому что он иногда так шутил. Притворялся мертвым, а когда бабушка приходила, щипал ее. На этот раз он реально оставил тело, водки выпил и вот оставил. И потом всякие соседи, дачники видели его. Говорит, он там вроде ходит, он вроде умер, а вроде мы его видели там в трусах, значит, он ходит по даче. Какие-то такие вещи, байки. Ну и я был свидетелем тоже, мы когда сидели в комнате после его смерти там, в его домике, в сторожке. Как только мы о нем начали говорить, тут же ваза с цветами полетела в нас, как бы с этого, с полочки в нашу сторону. Рухнула. И мы поняли, что что-то такое происходит на тонком уровне. Когда привязан человек к какому-то месту, он не знает, куда двигаться, он будет болтаться там вот вокруг да около, около могилы, в том месте, где живет. Некоторое время пытается туда куда-то вот войти и контактировать, пользоваться всем, чем привык. Поэтому есть ритуалы специальные, которые помогают быстрее уйти. Шрадха, яги специальные. Ну или сжигание тела полностью. Когда он видит это, что все сгорело, ему нечего здесь делать, он быстрее уходит. Наука нужна для этого. Но так от страха избавить, он с самого времени все эти впечатления уйдут. А так просто вспоминайте, что это просто тонкое тело, ничего там такого нету опасного, кроме вашего ума возбужденного. Как бы самскара такая яркая, да, слишком была? Ну да, идите к страху, идите в сторону страха, потому что когда вы от него уходите, он начинает воображение разрастаться. А когда вы идете туда же, где вы испугались, и вдруг видите, что бояться нечего, то он тоже исчезает, потому что вы его разоблачили. Страх надо разоблачать. Когда темно, и вы боитесь, идите в темноту, и пока не увидите, что там нечего бояться. А если от темноты вы будете воображать там, что за вами кто-то гонится, и это ум. Мне довольно детское состояние. Вы же мантру повторяете. Прабхупада жил с привидением и не боялся. Он переводил свои тексты, повторял мантру, и рядом привидение ходило, и Прабхупада игнорировал. Никак не общался с ним. Ну, просто попросил уйти. Да, свет можно зажигать, тут написано. Вот, на Укишоре Матаджи говорит, ночничок хотя бы, меньше страха будет. Да, мы со светом спим. Спасибо. Да, именно страх с человеком-то легко, как бы потерешься даже, и не страшно, да? А когда вот не понимаешь, кто это и что оно может сделать, и как с ним общаться, тогда, да, не по себе становится. Спасибо большое. А можно вот еще что-то? Вот у меня, знаете, опыт был. Я вот смотрела за дедушкой, дядя Станислав, и вот он на моих руках умер. В общем, и знаете, я тоже ему, вот как вы говорили сейчас в лекции, я говорю, дядя Станислав, идите к свету, там, ну, он в Иисуса верил, Иисусову молитву читал. Я говорю, там Иисус вас ждет, говорю. Но я еще Хари Кришна Махамантру. И он прям, знаете, вот я говорю, еще за 2 дня до смерти я с ним договорилась, что он меня будет слушаться. Что я буду ему говорить? Ага, и вот ему я говорю, вот сейчас, говорю, 15 минут, немножко будет тяжело, потом будет легко, говорю. Вы выйдете. Сейчас идите прямо по туннелю, прямо к свету идите. Он, знаете, он, у него вот все там чисто было, как бы он через заднее не вышел, и он через рот вышел. Вот, ну, может быть, даже человеческую форму получит. И я прям так сильно, яро прям, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. У меня аж голова, знаете, прямо пухла, прям аж голова так, у меня аж заболела от того, что я так сильно прям читала Махамантру прям. И вот так помогала ему выйти из тела. Ага. А это Лены, отец дяди Станислав. Сизова Лена же есть?
вот это ее папа был, но она так благодарна была, что... Ну, вы знаете, я вот тоже, вот как Вероника говорит, он вышел из тела, а родственники не приехали. И я одна с ним, представляете, время 5 часов, ну, нет, было 4 часа. Я одна, хорошо, Кузя, кот со мной рядом был, потому что я вынуждена была его туда увезти, рядом день и ночь я там была. Вот, и кот хоть, мне, хоть немножко отдавал это, как будто защиту, знаете. Ну, кот, конечно, не даст защиту, но все равно. Ну, хоть какое-то живое существо, как Вероника говорит, когда хоть живое существо рядом, то хоть легче намного. Вообще, ну, да, даже... огромная, да. Шикарная лекция, я очень-очень прям довольна, что я вот подключилась. Спасибо вам огромное-огромное. Спасибо. Что, 7 часов, если вопросов нет, то мы остановимся. Огромная благодарность. Что-то пробовал. Ну, позвольте я, если позволите, потому что в следующий раз навряд ли удастся спросить про именно этот вопрос. То есть вы случайно задели, что кремация – это не прям... То есть есть альтернатива кремации, если ну, прошло все как-то на благостном уровне, то кремация даже не обязательно. Я просто думал, что это такая как бы один из приоритетов, который ну, необходимо лоббировать. Ну, я думал так. То есть есть какие-то все-таки альтернативные способы. Спасибо большое. Да, просто когда человек достигает святости, то кремация не нужна. Его тело еще имеет ценность. Оно остается как мощи. У христиан это называется мощи святых. И тело сохраняется, можно с ним общаться, кланяться ему. Но, как правило, его тоже закапывают, допустим, соль кладут. Положении в позе лотоса, допустим, и вы приходите к этому месту самадхи и молитесь, и получаете связь. Например, Рупа Госвами, он общался со Шрилой Прабхупадой. То есть, ну, через самадхи. Ну, то есть, реально общался. Так могут делать святые. А когда обычный человек, его рекомендуется именно кремировать. А если его закопать, как делают православные, то теоретически он должен быть святым. Если не святой, будет тяжелее. Он может, знаете, сколько находиться рядом с телом, пока оно не разложится. И иногда они там вот прям сидят возле своих могилок, не знают, куда им идти. И вот смотрят, сидят, и тело пока не распадется, они к нему привязаны. А на Западе же еще такие делают эти... цинковые гробы, что тело консервируется, оно даже не разлагается. Это еще больше усложняет. Особенно, когда человек вульгарный материалист, ему вообще трудно. Но что касается йогов, у них сама кремация происходит. Они дживу поднимают, сознание с помощью праны выталкивают вверх, к верхним центрам. А потом, когда, я говорил, череп их разрывается, разламывается, с таким щелчком, даже взрывом. В этот момент, как правило, тело возгорается. За счет агни, внутри тела есть агни, огонь, оно загорается, и остается только пепел. Это объясняет, почему не осталось тел людей сатья-юги, которые были большого роста. Есть несколько скелетов больших людей, но в сатья-югу все были большого роста, тел нет. Динозавры, вот тела динозавров есть, кости больших животных, а больших людей нет, потому что они сатья-югу занимались аштанга-йогой. А аштанга-йога заканчивается вот таким вот самовозгоранием. Остается пепел, и все, никакого тела. Очень все чисто, экологично. А в сознании Кришны мы вот за счет махамантры нам уже не так важно, кремируют тело или что бы с ним ни сделали, преданные сильно об этом не беспокоятся. В Тибете тело режут на ломтики, разрезают и отдают птицам. Такой-то вот, такая культура. Вот несколько моментов тоже. Огромная благодарность. Еще было очень ценно, что вы затронули. Казалось изначально, что Шриша Панишат может быть подспорьем даже майвади, как бы имперсоналистом, даже, ну, лучше сказать, имперсоналистом, потому что там как бы не описываются личности,
вот эта вот мантра очень личностная, как вы заметили, благодаря обращению, действительно обращаться к чему-то, то, что не имеет всех качеств, как личности, бессмысленно, это очень сами по себе вам огромное. Тогда до следующей, на данный момент крайнего чтения Харе Кришна. Да, Харибол. Поблагодарим. Падаки, джай. Спасибо огромное. Счастья вам, здоровья, всего крепкого. Спасибо.